Привет, стримаши, это исследователь. Мне кажется, я открыл тайну мироздания. Ну, на чем держится государство? Я походил по городу, и кругом дома, жилые дома. Куча огромные дома, 20-этажные, 15-16-этажные. А самих предприятий, ну, каких-то мест, где что-то производится, их же очень мало. В разных местах города я был. Транспорт и дома. По сути, где-то 99% просто дома. И какой вывод из этого я сделал? То, что на самих людях и зарабатывают сами люди и производят все ресурсы. Но не где-то работая, а вот просто даже существуя. Где-то дома сидит, никто ни хера не делает. И мне кажется, уже можно на нем заработать. Под него можно там рубли сделать. Но деньги же просто так вот не напечатаешь в пустой стране. А если вот не числятся люди, поэтому и говорят, что 144 миллиона живут, а там живет уже меньше, умерло 50 миллионов. А если сказать меньше, то что 90-100 миллионов, тогда же и денег много не выпустишь. А потом деньги же надо обменивать на валюту и вводить за границу. Бандитскому государству. Так что люди, конечно, где-то работают, но это только лишь часть, откуда берутся ресурсы. Ну и вообще, естественно, все ресурсы берутся как бы с людей, но а люди берут с земли. Эта цепочка не закончена на этом. Да, человек, он живет, что-то там делает, не делает, пофиг вообще. Но он ресурсы все свои берет с земли. Но без земли, что человек мог быть без земли? Ну, без солнца, там, без вселенной, ничего. Поэтому они, эти две составляющие, земля и человек, являются источниками материальных средств, там, денег, вообще всех ресурсов, а не государства. Так что сами вот посмотрите. Кругом же вот дома и все, и дороги, ничего больше нет. Какие-то предприятия, их очень мало. Здесь они производят какой-то хлам. Ну, у меня фактически даже вот здесь вот нету. Здесь вот я живу, магазины, жральни, бары, бухальни. Что здесь производится? Но ведь можно же заработать и на этих домах. Обкладывать их людей налогами, продавать им в миллиард раз дороже электроэнергию, воду. Ну, надеюсь, поняли идею. На этом все. Пока, стримаши. Ну и как это можно практически реализовать? То, что многие уже говорят, что вечную пенсию. Не то, что там лишать людей пенсии, вот этой вот нищенской, а надо сделать вечную пенсию. Как это сделано во многих странах уже, минимальное пособие, там 500-700 евро, столько же здесь можно сделать. То есть это надо сейчас срочно делать. Все это фигня про то, что там человек должен работать, не работать. Ну да, человек когда работает, что-то там, какие-то денежки производит, но в итоге-то подумайте, откуда все ресурсы-то берутся. Человек их не производит, он у земли берет. Если достаточно земли ресурсов, то и значит человеку на пенсию достаточно. Конечно, с помощью ума человек может как-то варьировать это количество ресурсов, более рационально их использовать. Вот и вся тайна мироздания. Пока, ребята.